Всем добрый день. Сегодня 13 ноября. У нас проходит первенство России по пулевой стрельбе в упражнениях пистолет-пневматический юноши, малокалиберная винтовка три положения, а также малокалиберный пистолет произвольный девушки. У нас будет проходить два финала. Это пистолет пневматический, 60 выстрелов, финал. И финал малокалиберная винтовка, 3 положения. Всем спортсменам желаю удачи и большой успех. Сложно было? В принципе, да. Когда ты понимаешь, что ты в нос идешь по счету, ты начинаешь бороться, ты начинаешь стараться, ты вот каждое движение, каждый твой виброщелчок внутри тебя, он за каждый выстрел отвечает. Это очень важно. Еще немаловажно играет роль поддержка друзей. Мне очень это помогло. Я вот прям четко слышу, все орут, дергай, я слышу, держи. Ну, не сказать, что все пошло по плану, что ты? Эмоции, ну, сыграли большую роль сейчас. Так получилось. Все остальное очень хорошо.